А правда ли, святой отец, что вы исповедовали лошадь? И не какого-нибудь там буцефала македонского, а самую обычную совраску или буренку. Буренка, сын мой, не лошадь, но я ее тоже исповедовал. Никому нельзя отказывать в облегчении души. Дальше не спрашивай. Тайна исповеди. А молочко-то будет или конинка? Это к делу отношения не имеет. Телесное телесному, а с кесарем сами разбирайтесь. В лесу раздавался топор дровосека. Сосны падали одна за другой. Повеселевшая совраска бодро тащила строевой мачтовый лес для будущего броненосца Потемкина. Вдали буренка мычала что-то невнятное. Но, может быть, расстояние мешало адекватному восприятию? Все-таки расстояние невероятно значимый элемент пространства.